Каких работников будут искать в новом году, работодатели назвали не сферы, а главные навыки. Больше 100 тысяч ипотек за год. 2020 был рекордным по активности на рынке недвижимости. Чего ждать в 2021? Умные счетчики и новые тарифы. Насколько больше будем платить за коммуналку и когда придут новые платежки? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Каких работников охотнее будут брать на работу и крепче за них держаться в новом 2021 году? Рассказали работодатели аналитикам службы исследований HeadHunter. Надо сказать, что пандемия коронавируса и удаленка сильно изменили рынок труда. В том числе повлияли на ожидания работодателей. Наиболее значимым, по мнению работодателей, является навык взаимодействия с людьми. Он получил почти 9 баллов из 10. Гибкость ума и клиентоориентированность делят между собой второе место. Они набрали по 8,5 баллов. Последнюю строчку с показателем в 5,7 баллов занимает умение управлять людьми. Важный навык, но все-таки более специфический для управленческих позиций. В целом все навыки получили среднюю оценку выше 5 баллов по 10-бальной шкале. А вот в реальной жизни со всем этим у соискателей туговато, считают работодатели. Навыки, которые представляют наибольшую ценность, как взаимодействие с людьми, например, которые необходимо 9 работодателям из 10, встречаются у ищущих работу гораздо реже. 3 балла из 5 возможных. Реже всего потенциальный работник способен решать поставленную многоуровневую задачу комплексно. Только 2 с лишним балла из 5. Минувший год экономически сложный оказался просто прорывным для татарстанского рынка недвижимости. Пандемия, карантин, процесс не остановили. Из 1 миллиона заявлений в Росреестр, который занимается регистрацией прав на объекты недвижимости, каждое пятое было подано в электронном виде. Чаще всего так. Дистанционно в Росреестр отправляли документы нотариусы, 40% всех электронных обращений, и физические лица, каждый четвертый. Всего за минувший год зарегистрировано более 800 тысяч прав на квартиры, дома, земельные участки. Кроме того, в 2020-м в республике зарегистрировано более 19 тысяч договоров участия в долевом строительстве. Больше 100 тысяч ипотек, примерно 7 тысяч по госпрограммам. Сельскую ипотеку взяли около 1 тысячи татарстанцев и еще 6 тысяч с лишним льготную. В новом году у регистраторов работы меньше точно не станет. Задел был сделан еще в 2020-м новыми законами. Например, застройщикам разрешили подавать без доверенности от физических лиц в Росреестр документы на регистрацию права собственности от имени дольщика. Дачную амнистию продлили до 2026 года и расширили ее условия. Плюс еще планы и перспективы на весь 2021. В 2021 году планируется рассмотреть разработанный при участии Росреестра законопроект о гаражной амнистии. Если его примут, то оформить гаражи и земельные участки, на которых они расположены, станет гораздо проще и дешевле, даже без госпошлины. Также ожидается, что в 2021 году МФЦ начнут принимать документы для совершения сделок по экстерриториальному принципу на регистрацию сделок в других регионах. Кроме того, к концу 2021 года Росреестр планирует создать необходимую инфраструктуру по работе с банками, что должно увеличить объем регистрации электронной ипотеки. В этом году в Татарстане установят 29 тысяч умных счетчиков. Для сравнения, в прошлом году поставили 18 тысяч. Займется этим, а также заменой интеллектуальных приборов, если они выйдут из строя или срок поверки их закончится, Татэнергосбыт. Для энергетиков умные счетчики, которые сами удаленно передают показания, а специальные датчики контролируют работу электросетей, это большое удобство. Для татарстанцев тоже. В случае аварии электроснабжение быстро восстановят, а за его отсутствие платят. Не возьмут. Кстати, электричество для татарстанцев в этом году подорожает в среднем на 4,4%. Заметнее всего для тех, кто живет в высотных домах без газа с электроплитами на 20 копеек за 1 киловатт-час. Для остальных поменьше на 18 копеек, на 13 копеек для жителей татарстанских сел. Повышение тарифов ЖКХ произойдет с июля 2021 года. Новые расценки можно найти на сайте Госкомитета по тарифам республики. Вырастут они везде по-разному. В крупных городах примерно на 7,4%, в сельских поселениях на 4 с лишним процента. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.